Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы играем в Сувариум. Вы хотите спросить, наверное, что такое Сувариум? Ну, если кто не знает. Может быть, вы когда-то играли в Сталкер, в Зов Припяти, или вы, может, когда-то играли в Казаков, все дополнения Казаков. Так вот, эти игры разрабатывала украинская компания Game World. Но потом ее владелец, типа, ее распустил, продал, короче, закрыл. И ребята, которые там работали, это был большой коллектив, создали свою компанию, которая называется Восток Games, по-моему. Так вот, предыдущая компания разрабатывала Stalker 2, но так его не разработала. И в итоге те, кто оттуда ушел, теперь разрабатывают вот этот проект Survarium, который, по сути, ну, вы уже, наверное, видите, тут очень связан с этим Stalker. В общем, это находится на стадии закрытого бета-тестирования, хотя через несколько дней, как я понимаю, запустят в ОБТ. Блин, мне какого-то чувака дали, знаете, есть такой фильм Тарковского, называется Stalker, вот он, короче, похож немного на него. Ну, да ладно, что у нас тут есть? Группировки являются основными поставщиками экипировки. Бродяги. Ну, черный рынок, тут явно какие-то злодеи, а я ж типа добрый, хороший. Так что давайте выберем бродяги. Присоединиться и магазин. Что? А, видите, тут разные шмотки, и походу они по-разному выглядят. Да, кстати, давайте премиум активируем на месяц. Что-то он не активируется. Я же сказал пофиг, мне нужны деньги. Этой компании не нужны деньги. Ну, тут, может, еще все хреново работает. Это тоже вполне вероятно. Ну, 900, у меня 1000 голды, по идее, должно хватать. Невозможно купить предмет. Все, он уже куплен. Просто какая-то задержка непонятная. Ну да ладно, что я там выбрать что-то должен был? А, во, бродяги. Ну, давайте бродяги. Так, все, присоединиться. Вау, черный рынок, бродяги. Ага, я, наверное, тут должен выбрать. Оружие предназначено для использования на ближних дистанциях, а элитные бойцы могут вооружиться АК-74. Кожаная одежда черного. Ну, короче, видите, это какие-то явно такие немцфилы, а это наркоманы. Я буду за наркоманов играть, любас. Я не понимаю, как? Господи, какая сложная игра. В игре 700 человек. Что-то не густо. Не густо. И чё, я пока ничего не могу купить. У меня ничего нет. А, во, я могу за ноль взять. Карабин Мосина. Слушайте, я так хреново стреляю. Ну, давайте карабин Мосина возьмем. Так, что это такое? Жуть. Я тут записывал игру, записывал, и в итоге вылетел. Так хорошо там все шло. Но главное, что мы выиграли. Мне там дали какой-то новый ранг. Что еще принять? Какой нафиг принять? Разве у меня их нет? У меня есть, все нормально. Карабин Мосина. Неважно. Патроны я с собой взял. Да. Че еще? У меня, собственно, больше ничего нет. Также. Ну да. А во, экипировка. Тоже ничего. Все, короче. Да, видите, какие-то новые там фишки собрал. Ну ладно, погнали, следующий бой. Я немножко графику понизил, потому что я не знаю. Хоть и FPS хороший, но. Вылетает, короче, игра почему-то. Это печально. Вау, забавно. Я вылетел из игры, ну, точнее, не из игры, а... Я, короче, компьютер вырубился. Уже который раз, кстати. Пришлось там поменять в настройках автобернера кое-что. И теперь я надеюсь, что все будет работать нормально. Ну, то есть, он вырубался из-за перегрева. Вообще, игра неплохо оптимизирована, то есть, FPS ниже 60 не падает. Вот. Так, на самом деле вот так вот не стоит выходить, потому что это самые, ну, самые, как сказать, очевидные ходы. Соответственно, я тут буду лоб в лоб выходить, а так как я стреляю так себе, то мне надо либо с тыла, либо с фланга к противнику подходить. В общем, так тоже сойдет. Так, давайте осмотримся. Да... Надо тут вглядываться в каждую песчинку. Твою ж налево. Тихо. One shot. Тихо. Воу, что это было? Так, нам надо какие-то батарейки таскать. Так что давайте, я уже подхожу к их базе. Да как так-то? Да ёшкин-матрешкин. Успел я его зацепить, но... В общем, он какую-то штуку нес. Я ему дал её до 10. Я плохой, плохой игрок. Но, судя по количеству, мы тут выигрываем. Видите, там наверху какие-то медальки нарисованы. Как я обманываю, надо что-то куда-то носить. Так. Сейчас доиграю эту партию и сделаю повыше
графику. Я уже, понимаете, я уже тут играл одну партию. И очень круто у меня там получалось, но, к сожалению, у меня компьютер выключился и, в общем, там ничего не попало. Я тут чуть-чуть понизил графику, думал, это поможет, но... Оу! Твою ж, налево! Этот парень ко мне подкрадывался. Он подкрадывался ко мне. Гей! Ему надо на Евровидении выступать. Тихо. Так, это наши парни, видите, с белыми точками. Да, вообще, такое место необычное. Ну, игра выглядит атмосферно, спора нет. Давайте тут посмотрим на него. По идее, он еще там тусит. Тихо, 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 тихо. Да, вон он. Еее. Ревенч, мазафака, ревенч. Ревенч это месть по-английски. Так. Ну чё тут у нас? Ладно, давайте не будем тут идти. Вообще-то опасная какая тропинка. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Вроде никого нет. Тихо. Ой, блин. Вот с таких расстояний тут вообще хрен попадешь. Но. Видите? Четко в него выстрелил. Но, к сожалению, не попал. Ну, может, тут как бы орудия, они совершенствуются со временем, как я понял. Я там в меню поковырялся немножко. Вот. Вот эти вот, вот такие вот места самые четкие. Потому что тут если залипнуть, ну, лучше как-то рядом с травой тут засесть. Понимаете, и все. И те, кто будут бежать, они нас практически не будут видеть. А мы их будем. Вот. Вот как этот, видите, там бежит. Ну, правда, так сложно попасть, когда они вот так вот двигаются. Но все равно это весело. Стрелять в кого-то, пусть даже и не попадая. Ой, сейчас за место будет, смотреть с нашими. Садись, садись, садись. А, убили, по-моему, да? Их уже. Вон, две смерти отмечено. Да. По-моему, кто-то к нам в тыл пробрался. Может, я заблуждаюсь, конечно. Не-не, нормально, нормально. Во-во-во, смотрите, 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 тихо, тихо, тихо. Блин. Ой, тихо. Еее. Ой, там еще один. Твой налево, там их несколько. Не, с такого расстояния сложно попасть. Давайте патронов докинем. Так, мэн сейчас на себя их сагрит. По идее, вот тут сейчас появится. А хотя нет, там вроде убили их. Видите? Мэн что-то несет, несет что-то. Надо его прикрывать. Этот парень работает на команду, надо его прикрывать. Тут какие-то батарейки можно носить, ну, так я прочел в описании. То есть там, когда миссию загружаешь, там какие-то дают штуки. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Типа задание, короче. Так, этот мэн не знает. Да, его приняли. Видите, я не могу тут приблизить, как в некоторых играх. Я могу только вот так смотреть. И обратите внимание, экран трясется, видите? Ну, не экран трясется, а... То есть тут надо... О-во-во-во-во. С такого расстояния очень сложно попасть, конечно. Ну, может, там есть какой-то навык, уменьшающий эту тему? Ну, мне кажется, я не... Думаю, я на хорошей позиции нахожусь, но... О, здесь нельзя пробраться. Твою налево. Сваливаем, пока не спалились. В общем, на хорошей позиции нахожусь. Я не знаю, почему я шептом начал говорить. Ну, в общем, я думаю, что я на хорошей позиции нахожусь. И я отсюда могу тут... Чтобы помогать своей команде. Потому что, как я понимаю, вот здесь где-то появляются как раз эти батарейки. И так я не очень хорошо стреляю, но... В общем, позиция стратегически верную занял. Видите, меня тут не могут накрыть, а они тут все бегут, и меня тут кустик прикрывает. И довольно тяжко тут. Меня будет разглядеть, даже если я стрелять начну. Потому что, как я понимаю, на карте тут не подсвечивается. Обратите внимание, там вот наш человек сидит, видите? Белая точка бегает. Так, ладно. Воу-воу-воу, пока я тут... профукал человечка. Ну, зато этот сектор контролирую. Правда, этот кто-то может сейчас вон там вот так бежать, бежать. Здесь появиться. Да. Бам. И отъехать от нашего снаряда. Воу, их что, с тыла обошли наших? Не, вроде в порядке. Так, удержим. Я вот не знаю, кстати, здесь можно пройти? Да, видите, какие-то штуки есть. Может, и можно. Но наши пошли в атаку уже. Походу, в тылу у нас из противников никого нет. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо.
Тихо, они что, вышли, что ли? Не, у них только двое вышло. Во-во, тихо-тихо-тихо. Еее. Эй, кемперидзе, дядь Гоша, кемперидзе. Гошан, хватит крысить, иди сражайся, как настоящий герой. Ага, и подводи свою команду. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Твою налево, откуда? Вот тина. Походу, меня обошли. Два раза так попасть, при том, что я двигался. Видите, справа показано, куда меня там ранили. Ну ладно, погнали охотиться. Я не знаю, как тут получится или нет. Тихо-тихо-тихо. Ладно. Воу. Не, показалось. Так, что у нас тут есть-то? Может, кто сюда и пробрался, конечно. Может, он нас услышит и решит убить в спину. Не-не-не. Я не понял, откуда меня сняли. Но... Вряд ли же он так в тыл пробрался, да? Но если кто-то в тыл пробрался, у нас тут могут быть проблемы. Давайте глянем. Воу, слышали? По-моему, кто-то в мешок попал. Но времени мало у них осталось. Поэтому им надо как-то агрессивнее играть. Не знаю, не вижу. Во-во, вижу. Твою налево, тихо. Тут, видите, пушка трясется. Слушай, а тут же гранаты есть, да? Не. Тихо. Мэн-то уже свелся. Мне понять, где он там точно сейчас сидит. А, вон он. Ха. Попробуй в него там попади. Твою же налево. Ну вон, там наш пришел уже. То ли он его убил уже. Да, он его, походу, уже убил. Да, убил, убил. Все, можно идти вперед. Как-то он, короче, там поверху пробрался и нас сверху убил, как я понимаю. Ладно, нам надо тут действовать. Все, мы их вообще очень жестко поджимаем, видите, на всех фронтах. И здесь парень занял позицию. Короче, главное вот тут сейчас добежать. И можно будет осмотреться. О, нашего убили. Вот тут. Тихо. Да. Тихо, тихо. Не вижу. Еее. Отомстил за нашего парня. Слушайте, а здесь можно как-то лазить? Нет. А может и можно, я не знаю. Ну, я, короче, не могу понять. Так, ладно. Ну, что у нас там? Есть кто еще? Ну, воу-воу-воу-воу. О, видно, откуда стреляют. Тихо, 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 тихо. Короче, откуда-то оттуда меня убили. Я сильно ранен, но... Все, конец игры. Ну что, посмотрим, какие у нас тут результаты. Ну, мне кажется, мы где-то в середине. Получение статистики матча. Меня выкидывало постоянно до конца боя. Поэтому я даже не знаю, как это все это рассчитывается. А может, оно не рассчитывается вообще? Это же типа, ну, бета там все дела. Может, мы ничего не можем увидеть. Ладно. И как? И чего? Не? Где наш персонаж? Господи. Что происходит? Да. А бета, такая бета вообще. Что? Да я же уже выбрал, бродяги. Господи. Ну, ребят. Как бы, ну, игра прикольная, спору нет, но... Вот это вот все, всякими этими багами, это портит впечатление. Очень сильно портит впечатление. Ну ладно, не очень прям сильно, но, короче, портит. Я даже не знаю, что мне надо делать. Перезагружать компьютер. Ой, компьютер. Перезагружать игру, наверное. Потому что тут ничего не открывается, и персонажа моего нет, и играть я не могу нажать. Ну, собственно, после того, как я решил перезагрузиться, вот что я увидел. И это что-то несколько минут никак не пройдет. Даже не знаю, дорогие друзья. Вы скажите, нравится вам эта игра или нет. И мне-то она прикольнула, но в принципе я бы, наверное, подождал бы, когда она все-таки была бы допилена чутка. Просто вот такие вот темы терпеть я не очень люблю. Потому что это самое ценное, что у нас есть, время. И смотреть, как какая-то хрень тут мигает. Ну не знаю, меня это не очень прикалывает. Вот, но, как бы, приносить пользу тоже прикольно, если вам...
хочется посмотреть еще по этой игре видео даже в таком сыром виде, когда игра находится. Ну, дайте мне знать. А пока, благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.